где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах. Для усталой души одно место осталось, это Божьего дома уютный очаг. Возвещается смело Христа благодать. Еще слышны молитвы и дружное пение. Еще падая люди умеют вставать. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто прозревший сердца. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще Богу поднять не стыдятся лица. В этом месте поныне душой сокрушаются. Еще не забыли о слове «проси». Еще память о Господе хлеб наслаждается. Погибающим можно спасение найти. Среди мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего слова сильней наслаждаешься, смыслом вечным глубоким глаголом живым. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто прозревший в сердца. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще к Богу понять не стыдятся лица. Наши болезни, падения и слабости так ничтожны в сравнении с недугом мирским. Есть так много еще утешения и радости, и внимание чуткого душа людским. Пусть вся жизнь будет радостный благодарение. Каждый день, каждый час, каждый прожитый миг. За то самое сладкое в мире общение. Церкви Божьей в собрании Христовы святы. Все далекое прошлое с тайнами сочетается просто прозревший сердца. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще Богу понять не